Чермен Валиев только что стал чемпионом страны, вот сошел с пьедестала. Прежде всего поздравляем. Как быть вот чемпионом? Ну, чемпионом надо, можно, ну, как сказать, трудиться, не жалеть себя. И тогда, я думаю, вот, ну, результат придет со временем, если отдаваться полностью на тренировках. Ты уже ощутил или еще это чувство не пришло, что ты выиграл? Или это уже на ковре случилось? Ну, на ковре это уже. Я понял, что выиграл. И, ну, спасибо Господу, что, ну, так получилось. Скажи, пожалуйста, сделав четырехбальное действие, ты уже понимал, что ты заложил успех, фундамент победы? Ну, такого, ну, нельзя сказать, что уже ощущал, что сейчас выиграю. Ну, отстаивал, надеялся на свою защиту, как бы сказать. Хотел подловить еще на контратаке, но, ну, вот схватка так сложилась, и со счетом 4-2. Ты нас очень хорошо должен, Баева, знать, вы, да, вместе занимались, да? Вместе занимались, занимаемся, все сборы вместе, с детства, можно сказать, с юношей вместе ездили на мир юношеский. По молодежи вместе бывали на сборах, сейчас по взрослым. Ну, хорошо знаем друг друга, на тренировках тоже боремся. Слушай, а как вот, трудно, когда ты идеально знаешь человека, соперник тебя знает, надо же чем-то удивлять, вот за счет чего переиграть-то удалось? Ну, трудно подбирать ключи, но если хорошо друг друга знаете, я думаю, он знал, что я, ну, что буду делать, я знал, какие у него приемы. И, ну, вот, так получилось. Провел атаку четырехбальную и не стал уже что-то там придумывать, стал отстаивать. Как ты вообще оказался в борьбе? Почему ты стал заниматься? И что тебя побудило? Кто был твоим, может быть, любимым борцом, из-за которого ты захотел так? Ну, для меня занимались братья, там, двоюродный старший, потом мой родной брат. И вот по стопам братьев, можно сказать, пошел. Папа тоже, нет-нет, занимался там. А так, такие кумиры у тебя есть, вот на кого ты в юности хотел быть похожим, кого ты копировал, например? Ну, вот Бесик Духов, Царство ему Небесное, вот, очень нравилась его борьба, нравится, и вот как-то, ну, вот, ему подражал в детстве. У тебя получается что-то? Чуть-чуть получается. Ну, я тебе желаю на чемпионат мира попасть, главное, чтобы он состоялся, да, это сейчас главная задача. Второй момент, последний вопрос, 21-й год. В какую категорию ты пойдешь? Потому что 70 не олимпийский вес. Еще вот с тренерами посоветуюсь. Ну, понятно, а хотелось бы самому. Ну, вот хотелось бы 74, я думаю, 74. Да, чтобы организм тоже не истощать, не так мучить, бы сказать, да? Да. Давай, добавлять надо, вес-то такой, ну, потяжелее уже. Надо набирать, думаю, дай бог, вес тоже наберу и буду себя показывать в весе 74. Кого поблагодарить хотел бы, помимо тренеров, может быть, да? За тебя же болеют, наверное, домашние. Ну, в первую очередь хочу поблагодарить тренерский состав во главе с Хайтагом Руслановичем Газюмовым и своего личного тренера Кахабера Дзукаева, Анатолия Маргеева, Марика Тедеева. Все присутствовали на сборах и хорошо поработали, и дало свои плоды, можно сказать. Еще родных хочу поблагодарить, спасибо им большое тоже. Ну и одноклассникам и болельщикам тоже привет передаем. У вас чемпион. Спасибо большое.